Здравствуйте, дорогие зрители! Вновь с вами Мыльная пена с последними сплетнями, новостями мира латинского шоу-бизнеса. Ну, новости у нас разнообразные, тут есть и печальные, и веселые, и скандальные. Ну, в общем, выбирайте на любой вкус. Начнем мы с новости печальной и очень неожиданной. Умерла актриса Карла Альварес. Ей было всего 41 год. Ну, сведения очень противоречивые о ее смерти. Ее муж сообщил, что причины были абсолютно естественными, но потом, как водится, понеслось. Муж оказался не совсем мужем, вроде бы они в процессе развода находились. Чуть позже он сам подтвердил, что уже не является ее законным супругом, а что они просто друзья. Ну и, казалось бы, какая разница? А разница в том, что тогда его заявления могут быть, так сказать, несколько оспорены, может быть. То есть в одном немножко, так сказать, приврал, может быть, правды и в других заявлениях его нет. Ну, во всяком случае, так сказать, ходят такие слухи, что у нее были очень большие проблемы со здоровьем. Якобы у нее был рак. Кроме того, у нее была анорексия и булимия на почве вот этих вот постоянных диет в попытке держать хорошую фигуру. И что она просто-напросто покончила жизнь самоубийством. В общем, слухи эти ходят. Хотя официальная сейчас вот версия, обнародованы результаты медицинской экспертизы, и официально считается, что она умерла в результате респираторной проблемы, вызванной анорексией. То есть что это означает? Что истощение дошло до такой крайней формы, что просто-напросто прекратились процессы жизнедеятельности. Вот так это надо понимать. Ну и возникает вопрос, а что же делали близкие актрисы? Почему они меры не приняли? Да? Тот же самый супруг, так называемый, который в это время был в доме и на глазах у которого все это произошло. Ну, в общем, странная история. Очень жаль Карлу, потому что, ну, 41 год, ребята, это, извините, не тот возраст, когда молодая, полная сил женщина должна уходить из жизни. Ну вот. А теперь другие новости, так сказать, скандальные достаточно. Певица Брисия, 22 лет, высказалась о своем предполагаемом романе с 75-летним актером Эктором Суаресом. Дело в том, что их сфотографировали вдвоем, они держались за руки. Ну и на этом основании пресса сделала вывод, что у них, в общем, там такие вот сентиментальные отношения. Девушка довольно грубо заметила, что еще с ума не сошла встречаться с таким стариком, который к тому же абсолютно чокнутый. Она сказала, что он вообще биполярный. Ну, биполярный, значит, у него расстройство шизофренического толка. Вот. Потом она сказала, что он обманывал свою семью, которая его истинного лица не знает. А потом она сказала, что извините, посмотрите на меня и посмотрите на него. Он там в дедушке мне годится, а может даже и в прадедушке. Что, я не могла бы найти себе миллионера молодого и красивого? Вот. Ну, понятное дело, что чокнутый старикашка тут же и ответил. И сказал, что девица сама не знает, чего несет. Что ею манипулирует ее мать, и что девица вообще неблагодарная. Он ей столько добра сделал, он ей книжки покупал, и мамаше деньги кое-какие давал. А вот интересно очень, за что деньги-то? За какие такие, так сказать, услуги? С чистой благотворительности, видимо, или как? Ну, может быть, конечно, дедулька просто расчувствовался, девочка красивая, поет неплохо, решил вот помочь молодому таланту. Ну вот, но тут же, естественно, не смолчала и добренькая мамочка девицы. Она сказала, что то фото, где ее дочь Эктор держится за руки, можно трактовать как попытку сексуального домогательства. Вообще богатая тема — сексуальное домогательство, да? Тут еще приплатишь энное количество денежек, чтобы только они заткнулись обе две. И что дочка якобы ей жаловалась на то, что старик взял ее за руку против ее воли, так как у него был упадок сил. А про деньги ничего не знает. Да, он купил им несколько книжек, которых никто в сущности не просил. Но мы так понимаем, что не просили, потому что читать, видимо, не умеют. Вот. Умеют только вот скандалы затевать на пустом месте. Ну, бог с ними, в общем-то. Каждый зарабатывает как может, и каждый развлекается как может. А на месте, конечно, Дона Эктора я бы хорошо подумала, кого там за руки хватать. Долгожданная новость у нас.
Марио Симарро появился на публике, наконец-то, не прошло и полгода. И появился он на кинофестивале в Санто-Доминго. Это фестиваль мирового кино называется. Посмотрел несколько фильмов, прошелся по ковровой дорожке и выдержал сеанс фотографирования и обнимания с многочисленными поклонниками. Там целый, в общем, целая очередь, как мавзолей, стояла. Ну, надо сказать, что там же засветились Фернандо Карелли и Габи Спаник, но Марио отработал тут на все 100. Расписался на всяких интересных поверхностях. А ведуха довольная такая, да, вообще, наконец-то, серия сбылась, мечта идиота. Законтачил с новыми людьми, типа Карлоса Бардема, который у нас брат Хавьера Бардема, и вообще очень известный испанский актер. Встретился с коллегами по фильму «Голубое Средиземноморье». Вот у нас тут фото с Хуаном Фернандесом, знаменитым голливудским актером, который, как известно, в этом фильме снимался. И с испанцем Нандо Торресом. Ну и, в общем, дал несколько интервью, из которых можно понять только то, что есть у него проекты. Какие проекты он не говорит, ну, это понятное дело, чтобы Марио что-то сказал, так сказать, конкретное до того, как съемки начались, такого отродясь не бывало. Ну, понятное дело, что собирается и дальше продюсировать, видимо, удачный опыт был первый. А вот про новеллу не говорит ничего, ну, вот обидно, да? Значит, может, хорошо, конечно, потому что снимают сейчас, извините, унылое дерьмо. А Марио, он сам говорит, что если будет очень интересный сценарий через проект, то он там непременно появится. Ну, будем надеяться. Зрители уже соскучились, уже пора вообще. Хорош баклуши бить. Работать надо, работать. И работать так, чтобы видели тебя не, там, допустим, 300-500 зрителей в кинозале, а миллионы на телеэкране вообще. Ну, что ж такое-то? Еще одна у нас новость замечательная из серии «Зачем нам новеллы, когда в жизни бывает гораздо круче». Сесилия Галлеано продолжает наступление на своего бывшего Себастьяна Руля по всем фронтам. Ну вот, по условиям развода они должны были вернуть друг другу все подарки, полученные во время их брака. Она была вынуждена вернуть ему «Хаммер» и мотоцикл «Харли Дэвидсон», поскольку он выкатил ей иск, и если бы она не вернула эти вещи, да, ее бы обвинили в воровстве. Ну, а в противном случае, конечно, она решила отомстить, да, и сказала, возвращай мое BMW, которое я тебе подарила. А дело-то в том, что BMW у него уже нету. По одним версиям BMW давным-давно находится у Арасели Арамбулы, по другой версии он сам сказал, что он его продал. Вот. Но там дело-то не в этом, а дело в том, что когда он это дело все проворачивал, он все документы поменял на машину. Номерной знак поменял, водительское, то есть технический паспорт, ну, все, что там прилагается. Я там небольшой специалист. И там везде нужно было поставить подпись владельца. А владельцем является Сесилия. Так вот, сейчас выясняется одна интересная вещь. Практически все подписи на этих документах, возможно, были подделаны. Сесилия обратилась в суд. В общем, проводится графологическая экспертиза. Чем дело кончится, непонятно. Потому что если узнают таки, что это было подделано, у Себа будут большущие неприятности. Ну, просто огроменные. Ну и последняя новость на сегодня тоже, как сказать, не из веселых. Анна Бренда Контрерас и Алехандро Амая отложили свадьбу. 23 ноября они должны были сочетаться браком, должна была быть религиозная церемония, но вот что-то там произошло, и свадьба была отложена. Но вот возникает вопрос, или что-то Анна Бренда узнала, такого, чего не знала до сих пор, или произошел какой-то конфликт, или, может быть, у нее появились какие-то предложения о работе, кто ее знает. Ну, в общем, будем следить за этой ситуацией, потому что ситуация действительно такая, ну, совершенно новельная. Вот. И, естественно, будем держать вас в курсе. Ну, на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Очень просим вас подписываться на наш канал. До новых встреч. Новая передача будет в субботу.